Девушки, полежите, манёхонька, погорите яснёхонька. Поклия, ой, молодёхонька, молодая боярыня. Я взойду давно в горницу, посмотрю я в оконице, что светёл ли светёл месяц, что чисты часты звёздочки. Ох, такое добро и может пропасть не за грош. Такое приданое мне маменька собрала, а толку-то? Ой, всех нормальных парней-то из вольных в солдаты забрали на целых 25 лет. Они пока вернутся, мы, коль не помрем, старухами глубокими будем. А послушай, Ульяна-то соломенная вдова, вот уже 10 лет как без мужа ничего. И красотой цветет, и все песни поет, да весела. Ну, может, и тебе есть смысл за рекрута замуж? М? Ну, скажи. Хоть какой-то муж. У-у-у. Лучше, чем ничего. Ну, не знаю, девоньки. Я девушка статная. Мне рожать пора. Хочу полный дом ребятишек. Здоровеньких. Румяненьких. Благо папенька мой еще не все мое наследство пропил. Ой, а так замуж-то хочется завольно. Подруженьки, может, встречу-то, а? Конечно, Аглая. Ну, с твоей-то красотой да капиталом. Ну, ты обязательно выйдешь замуж. Вот скоро, я чувствую. Конечно. Вот выйдешь скоро прямо. Ты правду говоришь, Пелагея. Я девушка знатная, богатая. У меня приданого на 20 вот таких вот корон, да вот и платьев будет. Что ты? А вообще ты счастливая, Пелагея, родилась-то, а? Такого парня-то в женихи-то забрала. Самого лучшего парня на деревне-то в женихе, а? В акула. Мне бы, а? В акулу. С женихом-то. Вот бы мы с ним зажили. А? Чё? Чё она говорит-то такое? Ой, вот я не знаю, я. И нужно вам это замужество. Нет. Вот мне, например, и так хорошо. Меня мужчина обожает от 5 и до 85 лет. Ой, так что я и не переживаю. Когда мне замуж идти? Ой, подруженьки мои, а на метле за звездочками потом уже не полетаешь. Эх, подруженьки, какие звездочки я видела этой ночью. Какую золотую пыль с них смела и себе волосы втерла. Ну вот. Ну что ты такое говоришь, Солоха? Ну сны тебе снятся, сны. А ты впрямь думаешь, что на метле летаешь по ночам? Да брешет она. Ты не слушай ее больше. Думаешь, ее бабка просто целительница, а? Она рыжая, бесстыжая. Брешет она все. Не брешу. Вот я даже не знаю, верить или нет. Маменька мне, покойница, сказывала, что в старину такое водилось. Вот. Ну, сказки все это, сказки. Вот сказки. Сказки это. Фу, дуры, вы ничего не понимаете. Но все равно я вас люблю. И все у вас будет хорошо. Мне бабушка говорила, она умеет судьбу человека видеть.